Тигр грозный и усатый, как тельняшка полосатый, с этим зверем не до игр. Жираф пообедать очень хотел, к дереву. Что здесь происходит? Понятия не имею. Ника! Ник! О, девочки, привет! 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 Что вы делаете? А вы что, не слышали? В школе проводится кастинг на главную роль в сериале про подростков. Не слышали. А что за сериал? Можешь как-то конкретнее объяснить? Девочки, давайте я позже расскажу. Сейчас нужно подготовиться. Окей, готовьтесь. Вот это новости. Пойдем в класс? Да, пойдемте. Слушайте, а может нам пройти пробы? Не знаю даже, я как-то стесняюсь. Сначала узнать нужно, что там да как. А вот сейчас и узнаем. Ник, можно тебя на секундочку? Да, иду. А кто кастинг проводит и где? В нашем классе. Приходите в школу, мне нужно на вас посмотреть. И, кстати, у вас цвет волос рыжий? Нет. Тогда не приходите. До свидания. Следующая. Я. А вам чего? В смысле? У нас же здесь сейчас урок. Уже нет. Гуляйте. Гуляйте? Он что, офигел? Походу. Предлагаю пойти к Анакондовне. Пусть она подскажет нам, что делать. Согласна. Не маяч. Сядь на место. Не указывай мне. Секундочку. Мандарин, апельсин, мандарин, апельсин, мандарин, апельсин! Ирина Анатольевна, мы пришли к вам за помощью. Кирилл не пускает нас в класс, а у нас там урок. Какой урок? Вы что, не слышали? В школе проводится кастинг на главную роль. Про главную роль мы слышали. Только почему кастингом занимается Кирилл? Ну как же? Он генеральный продюсер нового сериала. Вы не в курсе? Кто вообще с ним дружит? Вы или я? Мы. Только тут такое дело. Он же со мной не разговаривает после конфликта. Ну вы знаете. А? Это... После того, как ты Лёше на шею вешалась? Да я просто с ним поговорила, как с другом. Угу, как с другом. Ой, все, девочки, не отвлекайте меня. Мне еще текст надо повторить. Так, капец. И что нам теперь делать? И на улицу не пойти. Там дождь собирается. Значит, вариант только один. Идти туда. Но мы же даже не знаем, какой там текст нужен. И вообще требования. Там про зоопарк какой-то. Разберемся. Кто последний на кастинг? Я. Мы за тобой. А дай текст посмотреть, пожалуйста. Стишки какие-то детские. Странно, ведь сериал про подростков. Ну, давайте учить текст, а там видно будет. Может, хоть на кастинге Кирилл меня выслушает. Маш, да помиритесь вы обязательно. Это ж Кирилл, пообижается и растает. Надеюсь. Он уже 3 дня со мной не разговаривает. Все, я готова. Пожелайте мне удачи. Удачи вам, Ирина Анатольевна. Эй, а куда это вы без очереди попёрлись?
вы мне? Вам, кому же еще? Я иду следующая. Вон девочка за мной, а вот потом еще трое. Я вообще-то учительница, а учителей нужно уважать. Пропускать, место уступать. Пусть вам на уроках место уступают, а на кастинге все равны, ясно? Да если бы не я, этого кастинга вообще бы не было. Я урок отменила, класс предоставил. Слушайте, дамочка, нам по барабану, садитесь здесь и ждите вместе со всеми. Ну, если вы так ставите вопрос. Кто мне это первый? Да забудьте вы, она все равно сильнее. Кирилл, ты же рассмотришь и меня на эту роль? Елена Анатольевна, мне на главную роль нужна девушка, а не, извините, учительница. Девушка, понятно вам? Заткнись, малолетка. А я и на второстепенную роль согласна. Как это сериал без учительницы, а? А? Ладно, уговорили, я посмотрю вас. А ты, Ника, ступай, тебе перезвонят. Спасибо, Кирилл, что позвал на кастинг. Не за что, мы же друзья пока что. Давай, давай. Ну что там у вас? Песня. Ну что там, теперь ты уже можешь рассказать? Да, какой-то странный этот кастинг. Кирилл непонятные вопросы задавал. Например? Ну, например, есть ли у меня парень? Что я делаю сегодня вечером? В смысле? Да он совсем там двинулся, что ли? Маш, успокойся. Может, это ему для Оли надо знать. Для какой роли надо знать, есть ли у Ники парень? Я сейчас пойду и сама все узнаю. Эй, ты куда? Еще одну нахалку без очереди мы не пропустим. А я не на кастинг, я по личному вопросу. И оп-па, 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 оп-па. Елена Анатольевна, все, достаточно. Правда? И что скажешь? Я принята, да? Да, да, можете идти. Спасибо. Да иди ты уже. Что тебе, Маша? Чё пришла? Ты уже провалила этот кастинг? Не поняла. Что значит «уже провалила»? А то и значит. Ты думаешь, я этих девочек смотрю для сериала? А для чего же? Я ищу себе новую девушку. Верную, преданную, ну и красивую, конечно. Ищешь девушку? Ну, мы же с тобой не расстались, просто поругались. Разве? Да ты... И позови там следующую! Вам ничего не светит. Кирилл утвердил... Ненавижу. Маша, что случилось? Кирилл не взял тебя на роль? Да не будет никакого сериала. Он себе девушку выбирает, ясно? Вперед, невесты! Девушку выбирает? Как так? Не будет сериала. А как же моя роль? Он же меня утвердил. Кирилл! Иди сюда, аферист! Ох, аферист! Thank you.
looking out the door, always looking round for more.